В областном историко-краеведческом музее открылся новый выставочный зал, в чем в нем размещены памятные фотографии, исторические экспонаты визита первого президента в Актобе. На церемонии открытия фотовыставки присутствовала и наша съемочная группа. На этой выставке представлено 40 фотографий, а также около 20 экспонатов. Кроме того, в этом зале находится реконструкция золотого человека, найденного на территории Темирского района. Вдобавок здесь можно найти книги о первом президенте и сувениры с автографами. Основная цель данной выставки – ознакомить посетителей музея с достижениями суверенной страны, а также с трудами первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева в годы независимости, также с производственными и социальными объектами, открытия которых прошли во время официальных визитов Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в Актюбинскую область. Вместе с тем на выставке представлены научные труды и воспоминания мировых политиков о нашем Елбасе Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, а также независимом Казахстане. Заместитель акима области Булбул Юлиусынова, присутствующая на церемонии, поздравила всех с открытием нового выставочного зала. Сегодняшнее собрание особенное, так как за 30 лет мы достигли многого в таких аспектах, как культура и литература. Как вы знаете, действует программа Елбасы «Рухани Жангыру». Благодаря этому идет активное возрождение духовных ценностей нашего народа. Так, в этом году были поставлены памятники Шамши Калдаякову, Тулигену Айбергенову. В будущем мы планируем поставить памятники тем, кто активно боролся за то, что мы имеем сейчас, за независимость нашего народа. Поздравляю всех с предстоящим праздником. В завершении мероприятия ряд актюбинских общественных активистов и деятелей культуры получили из рук Булбулы Юлиусынова юбилейные медали 30 лет независимости Республики Казахстан. Жасан Жалбаков, Аманжолайт Магомбетов, телеканал Актобе.